Так, now friends, let's read. Okay? Andre, start. Number one. It is a mug. Настя, number two. It is a jar. Никита, number three. It is a bug. Thank you. Никита, number one. It is a mug. Mug. Artem, number two. It is a jar. Семенова, number three. It is a bug. Bug. Андрей, number one. It is a bug. Настя, number two. It is a jar. Yes. Никита, number three. It is a bug. Никита, number one. It is a mug. Артем, number two. Артем, number two. It is a dog. Uh-huh. Семенова, number three. It is a bug. It is a bug. Thank you, friends. And now, friends, open, please, your copy books. Тетради открываем. Напишите число. Сегодня 14, да? Write, please. И апреля. Ага. 14 апреля. Good. А можно заднее, которое было? Можно, можно. Там записывать. Да, запишите. Где маг, баг. Мы продолжаем. Вот ты открыл тетрадь, да, пропускал там три строчки. Записал число и работаем. Запишите число. Так, нумеруем. One, точка. Two, следующая строчка, точка. И three. И у вас будет столбик, да, три предложения. Так, еще раз, смотрите, как пишется маг, баг, джак. Что такое маг, Андрей? Баг, Настя? Это кружка. Баг, кружка? Помогите. Баг – это жук. Окей. Джак? Джак. Что такое джак? Help, please. Кувшин. 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 Вот посмотрите, друзья, как пишется. Джак, баг и маг. А теперь составить предложение. Записываем. It is a и слово. Потом второе. И так дальше. Read, please, Семенова. Пока они работают, ты читай. It is a mug. It
is a drug. It is a bug. Семенова, please, spell bug. Вот spell, я посмотрю, ты правильно написала? Bug? Yes, bug. Так, мне так не очень видно. Я хочу, чтобы ты диктовала по буквам. Он синих. B-U-G. Thank you. Спасибо. Так, кто еще закончил? Я. Окей. I'm finished. Good, Nikita. Read, please, Nikita. I'm finished. Okay. It is. Me. You. G. Так. M. U. G. А я попросила читать. Читай предложение, которое ты записал. It is a mug. Okay. Is a jug. Jug, да-да-да. And jug. It is a bug. Thank you. А теперь внимание. Проверяем. Окей, проверяем. Если у вас не по порядку, ничего страшного. Проверяйте, правильно записали? Так. Так. У меня правильно. Если без ошибок, рисуем смайлики. У меня тоже без ошибок. У меня все правильно. Тогда умница, молодец. Ну, у меня тоже. Теперь осталось. У меня на другую сторону. Это S, я ее зачеркнула и переписала на другую S. Хорошо, молодец. Все равно смайлик рисуй, окей? Так, а теперь давайте читаем. Андрей, быстро, начинай. It is a mug, it is a jug, it is a bug. Bug. Настя. It is a mug, it is a bug, it is a jug. Спасибо, Никита. It is a mug, it is a bug, it is a jug. Thank you. Никита? It is a mug. It is a bug. It is a jug. Good. Артём? It is a mug. Mug. It is a mug. It is a bug. It is a jug. Анастасия? It is a mug. It is a bug. It is a jug. Спасибо. And now, friends, what is it? Mug. It is a mug. What color is it? Yellow. It is yellow. Так, good. What is it? Jacket. Так, what color is it? Red. Red. Так, повторяй. It is red. 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 What is it? It is a bug. Bug. It is a bug. Теперь слушай. It is a bug. It is black and green. Повторяй, Андрей. It is a bug. It is a black
and the green. Только без «э», окей? Okay? Yes. Так, friends, сегодня какие новые слова вы изучали? Mug, jug, mug, jug, bug. Окей, friends. Mug, bug, mug. Our lesson is over, friends. Так, если мы успеем, попробуем, успеем, посмотрим. Наша песня «Goodbye». Stand up.